19 января Ульяновская область отметила 81-ю годовщину со дня своего основания. В этот день в правительстве вручили высокие государственные и областные награды ульяновцам, которые добились наивысших результатов в разных отраслях и сферах деятельности. Лучших граждан региона поздравил губернатор Алексей Русских. Это наш самый главный региональный праздник, и я рад встретить его сегодня с вами, лучшими представителями одного из лучших регионов нашей великой Родины. Опорный регион страны, авиационная столица России, родина трудолюбивых, героических, талантливых людей. Именно так по праву называют наш край. За заслуги в области лесного хозяйства почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено Ринату Мигдееву, директору Вишкаемского лесничества. И вот сегодня здесь, стоя, я хочу поблагодарить своих коллег, коллектив Министерства лесничества, а также всех лесоводов, которые мне все время помогали. И, конечно же, профессиональная работа лесоводов ведет к рациональному и неистощительному использованию лесов. За личный вклад в достижение высоких показателей в развитии Ульяновской области, добросовестный труд и профессиональное мастерство на доску почета «Лучшие люди Ульяновской области» занесли Ксению Кошечкину. В системе образования Ксения работает более 17 лет. Из них 5 в социально-педагогическом колледже. Близкие очень рады. Для меня это как бы очень приятно. Но для меня большее признание – это когда меня признают студенты. Вот. Для меня была больше награда, чем вот фотография. Но я очень рада этому. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью Ордена «Родительская слава» наградили многодетных родителей Александра и Марину Цыгановых из села Сурские вершины Барышского района. Супруги подарили жизнь 7 детям. Для Цыгановых семья, любовь и забота о ближнем – главное в жизни. А сложности их совсем не страшат. В наше время думаю, что многодетными быть намного проще, чем нашим предкам. Потому что нам помогает бытовая техника, да? Хотя бы это. А вообще, но у нас все делается для того, вот, по крайней мере, вот в Ульяновской области, как мы только стали многодетными, мы подружились с центром «Семья», когда пришли первый раз выписывать свидетельство о многодетности, да, многодетной семьи. И все. И больше мы не расстаемся, да и по сей день. Подарком для всех награжденных стал праздничный концерт во Дворце культуры «Губернаторский». Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Ул-Правда ТВ.